Что ты разговариваешь, да? Мяка, мяка. Смотри, какой рододендрон расцвел. Красивый, да? Это должен быть белый. Но он решил не цвести. И вот такой еще расцвел. Вот такой красавчик. Это после дождя. Дождик у нас наконец-то прошел. Похолодало серьезно. Зато розы какие. Эй, куда ты? Что ты делаешь? Ты что делаешь? Розы какие в этом году красивые. Такие жирненькие. То ли просто разрослись, то ли погода им подходит, то ли я их правильно покормила. Чё, мя? Шарик ты наш. Сколько у тебя там их? Сколько там? Кисочек маленьких, сколько там? Это желтая будет расцветать, такая прям махровая-махровая. Махровая-махровая. Сорт называется «Вчера, сегодня, завтра». Вроде так. Вот он распускается таким беленьким. Ну, в то беленьким. Потом розовеет так. И потом будет более такой розовый. Еще один кустик другого сорта. Тоже вот как расцвел. Новые побеги уже этого года. Это прошлогодние. Жасмин вот такой вот расцвел. Запах такой прям приятный. Красавец. Купила вот этот сорт сначала, а потом вот там дальше. Вон там куст. Ну, походу, они одного сорта. Как-то там yellow какой-то там. Yellow Hill или что-то такое. Красивый, нарядный такой. Вот один вид. Зеленый и пестролистный. Рябинник такой. Красивый куст. Яркий. Тут у нас, не помню, как она называется. Калина. Калина, не калина. Вот такой вот кустик уже. Хорошенький. Здесь у нас такое вот тенистое место. Здесь у меня гортензии растут. Гейхеры. Разные. Которым тень нужна. Так вот цветет гейхера. Очень красиво. Это вот у меня новый сорт такой. Зеленый. Красненькими цветет. Вот это красивое тоже. Тут такая еще хоста есть. Такая вот. Вот тут тоже цветут. Это гейхерелы, скорее всего. Это новый у меня сорт. Вот такой вот кустик тут. Гейхеры. Гейхеры, говорю. Хосты. Брунера. Отцветает уже. Попросил в прошлый раз собачку показать, которая в кадр хочет, которая гавкает. Вот этот вот шалопай. Вот. Сейчас будет везде гадости делать, таскать все. Вот так. Вот так вот у нас церсис разросся.
или еще называют иудино дерево. Зацвел ирис варегатный. Посадила вот такие вот бархатцы, два вида. Вот этот первый уже зацветает, такой прям желтый, видно будет, что крупноцветковый, а второй сорт будет с мелкими цветами. Сама сеяла. Вот такой вот кустик вейгелы, прям хрясно цветет. Что-то я думала не открывать сегодня теплицу. На улице холодно, ветрено. А сюда зашла, здесь он конденсат и жарище такая. Ну, в общем, теплицу мы привели более-менее в порядок. Подсыпали, пропололи, все подвязали. Все в порядке. Разбитое сердце зацвело. Миниатюрный такой сортик. Я вообще думала, что у меня вымерз. Вот, нормально все. В прошлый раз я показывала, она еще не цветущая была, аквилегия. Теперь вот зацвела. Вот такого цвета она получается белая. Эти кустики уже отцветают. Там тоже. Думаю, вот в этом году собрать семена вот с них и посеять. Может быть, получится, потому что вот эта аквилегия у меня семена дала. Раскидала четко по сорту. Вот тоже сортовой. Хочу заснять на память. Вот у меня тут сортовые ирисы. Вот такой вот расцвел, очень красивый. Ну, красавчик. Это я покупала на кубанской ярмарке у заводчицы, которая занимается именно ирисами и лилейниками. Вот эти вот три сорта, четыре. Вот три ириса у меня. Тоже скоро зацветет. И вот там лилейник. Кто-то ко мне пришел. Салат красиво взошел. Сейчас дождик прошел, и у нас будет трава идти. Еще несколько дней передают пасмурно. Трава сейчас не заставит себя ждать. Да? Да, моя девочка. Да? Не дает маме поснимать. Не дает. Говорит, снимай меня, я красивая. Надо меня снимать. Зачем эти цветочки снимать, да? Когда я такая красавица есть. Вот такая красоточка есть. Чё-мя? Сынуля, ты что, отдыхаешь? Отдыхаешь? Да. Пришел утром весь мокрый. Опа! Вот бандюган. Вот отпусти его. Все, начинается. Бандюга. Шалопай. Не трогай котика. Не трогай котика. Джеки,